Здрасте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу классную видеосъемку того, что же происходит в школе номер 1205. Сейчас я, корреспондент нашего видеофонда, проведу небольшую экскурсию по школе. Итак, сейчас мы поздороваемся с одним из спортсменов нашей школы, мастером спорта по боксу. Полусреднем весе, как мы видим, не надо так давить на руку, пожалуйста, не давите на руку, так больно. Хорошо. Больно. Итак, скажите, как вы дошли до такой жизни? Ну, сначала я дошел до ринга, потом мне там, ну, спасибо. Мацнули. Спасибо, я дошел. Пойдемте дальше, мне кажется, спортсмен надо готовить. Я еще не все рассказал. А, хорошо, спокойно, вы только не злитесь, все нормально. Пусть говорит. Задавайте вопрос. Когда у вас тренировка? Почему вы не на тренировке сейчас? Тренировка у меня вечером. Я вечером тренирую. Незадача. Вышло. Давайте мы как-нибудь разомнемся на этой дорожке. Давайте разомнемся. Сейчас мы пойдем в святая святых нашей школы, на пятый этаж. Некоторые поговаривают, что там водится неземное чудище. Сам я там, конечно, не был, поэтому иду на свой страх и риск. И вы вместе со мной. Вы слышите эти крики? Возможно, там сейчас кого-то убивают. Камеру. Давайте подойдем поближе. Посмотрим. Молчит. Старец говорил мне, что когда чудище молчит, значит оно готовится к прыжку. Надо бежать. Бежим! Вы знаете, меня обуревают сомнения, стоит ли заходить туда. Потому что то, что вы увидите через секунду, может вам очень сильно не понравиться. Знаете, как говорил старец, обычно за этой дверью происходят самые ужасные вещи в нашей школе. Заходим? Вот. Вон там, в белом, главный мастер. Значит, блин, но